На международные старты собираются и велогонщики. Юниоры стремятся поехать в Австрию на чемпионат Европы. В числе претендентов бендерчанин Владислав Караташ. Приднестровский спортсмен занял 3-е место на велогонке в Болгарии. Впереди еще 2 отборочных старта в Румынии и Сербии. У юношей своя квалификация. Цель – Олимпийские игры в Аргентине. Квоту можно завоевать на чемпионате балканских стран. Сейчас формируется национальная сборная Молдавии для участия в Балканиаде. Стартовая площадка отбора для наших гонщиков – чемпионат Приднестровья. Смотрим. Вот так выглядит велопелетон с высоты птичьего полета. В одной группе пока и профессионалы, и любители. Но групповая гонка с общего старта от Тирасполя до Ташлыка и обратно почти 70 километров. За это расстояние участники Приднестровского чемпионата наверняка что-нибудь придумают. А вот у юношей борьба разворачивается не на шутку. Трое лидеров вырывается вперед уже на 10-м километре. В групповой гонке лидирует представитель ДЮШО номер 3 города Тирасполя. Это Истратенко Влад, Ткаченко Александр и Шевчук Влад. Напряженная борьба будет между Истратенко и Ткаченко. Они практически равны по силам. Что может помешать им выиграть? Неправильная тактика. До финиша остается пару километров, которые оправдывают утверждение, что прогнозы – дело неблагодарное. В один из моментов Владислав Евстратенко неожиданно отпускает конкурентов в отрыв. После финиша становится ясно, почему основной претендент на титул не смог сохранить темп до конца. Гонка шла нормально первое время. Потом было тяжело. Хватали судороги всю дорогу. Тяжело было. Плохо себя чувствовал. В результате победу в группе вырывает Александр Ткаченко. Он же добивается успеха и в разделке, и в парной гонке вместе с Владиславом Евстратенко. Впечатления абсолютного чемпиона Приднестровья вполне однозначны. Я нахожусь в отличной форме. Это показывает моя зимняя подготовка к сезону. Результаты на соревнованиях показывают. Ребята сильные. А замыкают призовую тройку 2 Влада. Серебро у Шевчука, Евстратенко зарабатывает бронзовую медаль. Минут через 15 после приезда лидеров становится ясно, что от первоначального пилета практически ничего не осталось. Гонщики доезжали к финишу небольшими группами и по одному. Среди любителей выигрывает гонку Олег Горшенев. Первая пятерка велогонщиков продолжает борьбу. Чтобы отобраться на европейскую арену, осталось сделать решающий шаг – выиграть чемпионат Молдавии. Василий Рожкован, Иван Глухенький и Дмитрий Глухенький, Спорт Ревю.